Всем привет! Обычно я видео начинаю с утра, но сегодня я что-то решила включиться вечером. Сейчас заплела Юсеньку, потому что она так потрепывается после, щеночков. Она с ними возится. У нас осталось совсем маленький хвостик, потому что был колтун и пришлось отрезать. У нас Юська такая проблема, что она постоянно вот хвостик свой дергает. Ну, Осечка. Вообще, я вам давно не показывала Юсю, как-то больше мальчишек показываю. Вот. Такая вот Юсечка. Она маленькая, сможете сами сравнить с блендером. Вот. Сидит. Я ее здесь ставлю, она со мной всегда готовит. Вот. Слушается. И вообще, самая моя послушная собака. И многие меня спрашивают, как приучить щенков к туалету, почему их собаки гадят. Каждый собачник это проходит, и это довольно-таки сложный период. И рассказать именно о Юсе, она до 3 лет вообще плохо себя вела. Она ходила на линолеум, мимо, на ковры. Сейчас это идеальная собака, она у меня живет с нами в комнате, и в вольере она будет терпеть до последнего и не будет даже ходить на пеленку в вольере, который предназначен для щенков. И вот, не знаю, вот именно после щеночков она как-то поумнела, потому что она мама, и она сама их приучала к пеленкам. Это видно. Сама бы я их не приучила. Вот именно щенки второго помета, они и Зефирчик так классно ходили на пеленку. Я вообще просто и забот не знала с ними. Так что думаю, что это все Юсечка сделала. Кушать будешь? Будешь кушать? А что будешь? Консерву? Есть консерва для нее. Джимон с курочкой. Итальянское производство. Нам очень нравится. Мы... В общем, когда Юсечка беременна, когда у нее щенки, я покупаю вот эти консервы. Буду открывать. Вот. Это то же самое, что Монш. И накормлю ее. Также, наверное, порежу ей грушу. Свою сдачу. Она ее очень любит, и я думаю, что ей полезно будет сейчас. Юся, я сейчас кормлю 3 раза, все, в принципе, уходит на щенков. Все, что она съедает, поэтому даю больше. Вот вечером я ей всегда даю консерву. Ну и какие-то фрукты вместе с консервой. Она тут прыгает, она прям очень бешеная, очень голодная всегда, когда кормят щенков. Думаю, кто занимается щенками, меня поймет, что они прям голодные все время. Сейчас наложу ей консерву, положу также грушу. Груша очень вкусная, не кислая, никакая не вяжущая. Даже... И также положу листья салата. Вот. Вообще консервы в обычное время я практически не даю. Раз в месяц, можно, я имею в виду всех собак. Сейчас это Маркусу с Чаки отдам. Смотрите, как гусище схватило. А там кто уронил? Кто уронил вкусняшку? Маркус. Чаки, а ты что не ешь? Чаки, у него особенность, он любит маленькие кусочки. Видите, он плюет. Вот такой вот ужин для Юсечки получился. Утром я даю сухой корм, в обед немножко сухого корма. И ужином у нас консерва. Также даю кальций, витамин обязательно. Бешеная вода. Это она всегда так. В беременности они плохо едят, а вот когда родят, это вообще... Остальные просят, но они уже кушали сухой корм. Пишите, нравится ли вам видео такого формата, прям вот домашнего, что кушают собачки, как ведут себя в обычной жизни. Сейчас буду менять... В вольере пеленки и спальное место щенков стирать, и новенькое все поставлю чистое и буду утеплять их.
Теперь у них все розовенькое такое. Налила водички теплой в бутылочку на случай, если они будут выползать. И решила поставить для них кубик. Они там ерзают. Такие уже прям подвижные. Вот у них внутри подушечка вот такая. Сейчас я домик туда поставлю. Я решила, что им будет в кубике комфортно. Туда и Люся влазит. И вот они сами могут вылезти, сами залазят. Люсика поиграть решила. Люся, где мячик? Люся, мячик где? Где мячик, Люся? Там такая игрулька. Малыши вылазят сами уже. Им 18 дней. Щенки уже гуляют по всему вольеру. Вот видите, сами вылазят. Весь сюда нельзя еще. Давай, помогу. Не пух. Это Тедди. Все у меня мальчики, девочек у меня нет. Мне часто спрашивают. Вот, девочек у нас нет, у нас все мальчишки. Три из них свободны. Там еще в домике рыженький. Вот он, рыженький. Почему рыженький? Просто у него мордочка такая яркая. Сам он, конечно, черный. Я его хотела назвать либо апельсинчиком, либо мандаринчиком, либо перчиком. Вроде к перчику я больше склоняюсь. И сейчас скажу, как остальных назвала. Вот это пончик, я вам уже говорила. Такая. Пушистик. Так, это пончик. Это Альфред. Это вот перчик, либо апельсинчик. И это Тедди. Я тоже туда залезла, давай поправлю. Где мама у вас? Люся. Ложись, Юлечка. Давай, ложись. Идите к ней все. Хотела их еще протереть влажными салфетками детскими. Вот сейчас думаю, этим займусь. Пока они, когда они поедят, я их хочу вымыть. Просто по спинкам, по животикам протереть. Купать щенков можно только после прививок. Нельзя. Юся, какая, как они у тебя там кушают. Со всех сторон. В предыдущих пометах у Юськи было по 5 щенков. 5 тоже умещалось под ней. Но сейчас у них свободнее вчетвером. Они так стараются. Ушки у них вот заворачиваются от удовольствия. Хвостик. Мне прям понравилась идея с кубиком. Он складывается в лежанку, ну, если нажать. И думаю, им потом будет весело там жить. А ночью они выползают, поэтому я поставила туда бутылочку.